ГКНБ подписал протокол обсуждения по реализации грантового проекта создания Центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты в Кыргызской Республике с Корейским агентством по международному сотрудничеству КОИКО. В церемонии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, посол Республики Корея в Кыргызской Республике Ли Ван Дже и директор представительства КОИКО в Кыргызстане Ли Джунг Су. Отмечается, что проект направлен на укрепление состояния гипербезопасности страны. Длительность реализации проекта составит 5 лет. На его реализацию требуется $5 миллионов США.